Хотелось бы, конечно, как всегда, начать с того, что мы, опять же, как всегда, абсолютно неподготовленными и не планировав заранее, приехали в Центр туризма и микрофинансирования. Хотелось бы заострить внимание на том, что, ну, в это неспокойное время денег, честно говоря, у меня вот на отдых-то и нету. Но когда надо, Центр туризма и микрофинансирования деньги вам найдет. Хотелось бы, конечно, объяснить то, что поездка эта стоит всего 17,5 тысяч на одно замечательное рыло, или рыльце в моем лице. Хотелось бы прочитать стихотворение вот такого порядка. Буль-буль-буль, в джакузике я валяюсь на пузике. Ну, дальше там задумчиво в экстазе я сижу. Продолжение придумайте. Но передумал, не скажу. Ой, ласково в купели я купаюсь в колыбели цивилизации. Ведь Нил — это колыбель цивилизации. Вот сюда мы еще не ездили. И это путешествие в Египет. Number 4 by 2009 год. Точнее, репортаж об этом путешествии. Мы начали не с Хургада, куда мы прилетели, а отсюда. Это практически южная часть Египта. Температура на улице 42 градуса. До Асуанской плотины отсюда 10 километров ровно. Мы там только что были, но вот снимать там нам не разрешили, потому что, знаете, стратегически важный объект. И пускай Египет у нас покупает в комплексе С-400, а не ссорится с конкретным представителем средств массовой информации. А теперь мы поговорим о том, насколько это доступно и насколько это ужасно летом быть в Африке, в колыбели цивилизации. Всю жизнь я хотел понять, что такое Африка летом. Все время мне твердили, что при такой жаре, типа плюс 45 в тени, выжить невозможно. Но я даже бейсболку-то прикупил в последний день. И лысая голова ни разу не облезла. Также я всю жизнь мечтал увидеть самый грандиозный подарок в истории межгосударственных отношений. Так как Суэцкий канал подарком Египту считать не приходится. А вот Асуанская плотина самый щедрый и бескорыстный. Потому как корости Советский Союз-то и не поимел. А поимел переобувание Египта в сторону тех, кто больше заплатит. И не надо обвинять египтян, россияне точно такие же. И если норма для Египта — это 2 часа ждать автобуса, то норма для россиян — 9 месяцев не платить за работу. Выбирайте, что хуже. Ну а мы не худо, а добра начали выкачивать ведрами из этой поездки. Я знаю, крупный специалист по Турции, как вам Египет в 4 с плюсом? Ну, судя по отзывам своих туристов, иногда туристы же бывают как притязательные, так и непритязательные, мне казалось, что это будет что-то ужасное. Я уже настроилась на кухню более-менее несерьезную, так скажем, по отзывам. И летела, я немного боялась, если честно. Однако произошло все. Во-первых, кухня, обслуживание. Здесь нет навязчивого сервиса, абсолютно. Отдыхаешь, наслаждаешься. Есть такие экскурсии, которые в Турции даже и не снились. Допустим, прогулка по Нилу, на которую меня также очень долго уговаривали. И я рада, что я согласилась. Насколько это ужасно летом, казалось бы, сногсшибательную жару, находиться вот здесь. Чувствуем ли мы здесь, и вообще истекаем ли мы потом, как, допустим, в Анталии в июле месяце? Нет, конечно же. Здесь нет такой повышенной влажности, как в Анталии, поэтому жары абсолютно не чувствуется. Ну да, конечно, кремами пользоваться нужно, иначе сгорим. Вот так. Босиком не походишь по асфальту, вот так все хорошо. И как можно сюда поехать? Обязательно ехать из Екатеринбурга, откуда еще летают самолеты? Обязательно ехать из Уфы, откуда уже почти прекращают летать самолеты? Или все-таки можно вот такой недорогой отдых рекомендовать круглый год? Почему бы и не из Москвы? Мы потратили на дорогу на машине до Самары 1500 рублей. Ну и там уже расслабились, нам так вот захотелось, чтобы с машиной не париться, оставили у свояка, да? Ну, пивка там попили вкусного. Вот, и, то есть дорожка-то вышла-то всего в 4500. Даже меньше. Да, если заняться точными подсчетами, то она была намного меньше. Но не у каждого же есть свояк в Самаре, так? Поэтому многие люди могут купить тот же самый тур из Москвы, чем он удобен. Он может быть и на 5 дней, может быть и на 10 дней, может быть и на 21 день, как вам позволит ваше желание и состояние. А улететь до Москвы —
Это всяко выйдет дешевле, чем покупать тур ту же самую с Уфы либо с Екатеринбурга. И там, там да, дни, даты, там все фиксировано. В Москве больше выбора. Ну ладно, а теперь о том, о самом приятном. Ради чего мы, собственно, собрались? Показать, что, ну, даже при наличии большого количества кредитных историй, взять кредит все-таки у вас возможно и отдохнуть? Возможно. Но некоторые люди немножко ошибочно понимают, что просто пришел, тут же деньги получил и ушел. Нет, конечно, есть определенные маленькие процедуры. Но дело в том, что у нас кредит можно взять не только на путевку, как это выдают кредиты в банках, стоимость путевки, но можно взять немножко побольше, потому что все мы понимаем, все мы люди, охота побывать где-то на экскурсии, допустим, прокатиться по шикарному Нилу, либо что-то купить для своих домашних. Все возможно, было бы желание.